Радуга талантов. Встречаем танец «Смуглянка». На месте, и Константин Ребров тоже присоединится к своим товарищам. Дорогие друзья, традиционно на базе детского оздоровительного лагеря «Березка» 31 июля состоялся открытый городской фестиваль детского художественного творчества «Радуга талантов». Перед вами победители этого фестиваля. С большим удовольствием под ваши громкие-громкие аплодисменты я вручаю диплом этого фестиваля Реброву Константину. Взорвал зал с песни «Эх, дорожка фронтовая». Диплом победителя открытого городского фестиваля детского художественного творчества «Радуга талантов» награждается коллектив «Летний микс». Ну, если вы обратили пристальное внимание, то увидели здесь и вожатых, и детей. Громкие-громкие аплодисменты. Руководитель, наш любимый хореограф Ганди Дмитрий Владимирович. Дмитрий Владимирович, мы вручаем диплом, а всем остальным детям и взрослым сертификаты участников и значки. Аплодисменты, друзья!